Город Цахкадзор является одним из самых известных и гостеприимных мест Армении. Один из старейших курортов Армении и тех маленьких уголков этой горной страны, где красота природы проявляется во всей своей многогранности. Оно являлось летней резиденцией и охотничьими угодьями династии Аршакуни. В лесистых долинах восточной части Цветущих гор занимались охотой многие армянские князья и цари. Их привлекал сюда мягкий климат и милый глазу пейзаж этого горного селения. Цахкадзор – один из культурных центров Армении, о чем свидетельствует знаменитый монастырский комплекс Кичарис. Он является одной из важных достопримечательностей Армении. В главной церкви комплекса постоянно проводятся службы, свадьбы и крещения. Цахкадзор находится в Катайском Марзе в 50 километрах к северо-востоку от Еревана. Город располагается на склоне горы Тегенис на правом береге реки Мармарик на высоте 1845 метров от уровня моря. Окружающие город горы покрыты лесами, а с запада на восток через город протекает река Танзахпёр. На расстоянии от 15 до 30 километров от Цахкадзора находятся села Меградзор, Бджни и Арзакан. Общины отличаются красивой природой и богатой историей. Население, которое известно своим гостеприимством и добротой, занимается земледелием и скотоводством. В окружающих горах есть как красивые и нетронутые природные зоны, так и холодные и лечебные минеральные источники, природные горячие источники, представляющие большую историческую ценность монастыри и крепости. Всем этим вы сможете насладиться с помощью агротуристической компании «My Second Family». Ваш отдых в традиционной сельской семье, где вы познакомитесь и с армянской культурой, и с кухней, а посещение и знакомство с историческими местами сделают ваш отдых еще более запоминающимся и впечатляющим. Цахкадзор пользовался огромной популярностью как горнолыжный курорт еще в годы Советского Союза. Тогда здесь можно было встретить туристов, приезжающих из самых дальних концов Советского Союза, провести свой отдых в Армении. Уже после развала Союза Цахкадзор очень быстро преодолел кризис и стал одним из первоклассных курортных городов независимой Армении. Согласно легенде, по приказу княгини Пахлавуни в этом ущелье был построен большой замок, рядом с замком – великолепный цветочный сад. Княгиня потребовала, чтобы самые красивые цветы армянской земли росли у нее в саду. Но однажды свирепый весенний ветер разрушает ее сад, и цветы разметает по всему ущелью. Так и образовалось название Цахкадзор – ущелье цветов. Спасибо за просмотр. Если понравилось, подписывайтесь и поделитесь с друзьями.